Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами разберем билд для колдуна, который годится для завершения комплектного подземелья в сете Призрак Зунимасы. Ну и с помощью него, я вам гарантирую, вы очень-очень легко закроете данное комплектное подземелье, потому что единственное, что вам потребуется в этом случае, это всего лишь внимание. Внимание для того, чтобы справиться с одной из задач в этом комплектном портале. Ну и если вы, допустим, фармите флаги, или фармите, допустим, сезонный поход, и перед вами как раз таки встал этот комплектный портал, то, посмотрев данный ролик, вы без проблем его закроете. И если вам это интересно, то давайте разберемся и с билдом, и с экипировкой. Поехали! Итак, первое, что нам пригодится, это, безусловно, сам сет Призрак Зунимасы. То есть мы должны запустить все три бонуса от данного сета. Напоминаю, что этот сет состоит из 7 предметов. А значит, чтобы запустить 3 бонуса, нам нужно или же 6 предметов, ну или же, допустим, 5 предметов и кольцо королевской роскоши. В моем случае я использую 6 предметов. И в принципе этого уже хватает, чтобы приступать к выполнению данного комплектного портала. Но также я еще дополнительно решил надеть на себя предметы, которые даруют мне КДР, то есть уменьшение времени восстановления умений. КДР я добиваюсь с помощью меча Ингиома, потому что когда я буду убивать элитного противника, я начну быстрее откатывать свои умения, а также с помощью некоторых предметов. Как вот в одном кольце у меня имеется уменьшение времени восстановления умений, далее в поясе, потом, как видите, в амулете, далее в короне Эльорик у меня находится белый камень, а это значит, что я тоже буду быстрее откатывать умения, ну а также в наплечниках. Далее в откате одного умения, а именно объятие смерти, мне будет помогать оберег хватка Вилкена. Ну точнее наоборот, то есть мне не требуется время отката, чтобы использовать данный скилл, когда я буду использовать данный оберег. Ну а далее я еще использую два предмета, которые будут позволять мне создавать массовость на карте. То есть я буду призывать питомцев. Первый это пояс запредельности, но второе это палец низкорослого человека. То есть с помощью пояса я буду призывать все больше и больше фетишей, ну а с помощью кольца я буду призывать три гармадня вместо одного. Как вы видите, я не использую никакие уникальные самоцветы, потому что урона здесь очень-очень даже предостаточно. Что касается защитных камней, то их тоже можно в принципе не использовать. Почему? Потому что в этом комплектном портале по сути по нам даже и попадать не будут. Почему? Объясню чуть позже. Единственное, что от вас потребуется, это приблизительно те предметы, которые я вам указал. Теперь давайте разберемся с нашим билдом. И нам потребуется, во-первых, три пассивки, которые будут даровать нам собак-зомби. И обращаю ваше внимание, что каждая пассивка будет даровать нам одну дополнительную собаку. Это хозяин-зомби, далее рьяная преданность, но также полуночный пир. Четвертую пассивку я использую несправедливая смерть. И с помощью этой пассивки я буду быстрее откатывать свои умения, абсолютно все, когда возле меня, недалеко, будут погибать противники. Теперь давайте разберемся с нашими активными скиллами. У нас идут три умения, которые даруют нам питомцев. Это псы-зомби, руна абсолютно не важна. Далее громадень, рун у этого скилла тоже абсолютно не важна. У армии фетиши предлагаю взять руну Легион Кинжальщиков, потому что благодаря этой руне это умение будет создавать немножко больше петов. После духа и преодоления с помощью этого скилла мы будем немного быстрее перемещаться по карте. Пираньи и пираньяда с помощью этого скилла мы будем создавать контроль на карте. То есть будет создаваться такая воронка и притягивать противников в ее центр. А это значит в свою очередь, что эти противники по нам атаковать не будут, они будут под контролем. Но последнее умение это объятие смерти, и руна здесь нужна обязательная мертвая хватка. Потому что объятие смерти, благодаря этой руне, а также нашему оберегу, не будет требовать ни затрат маны, а также не будет требовать времени отката. То есть мы этот скилл сможем спамить когда нам угодно и сколько угодно. Так что билд вот с таким сетапом вам нужен обязательно, что в принципе сделать абсолютно нетрудно. Ну а теперь давайте отыщем вход в наше комплектное подземелье. Итак, нам потребуется третий акт. Ну и в третьем акте нас интересует такая локация, как недра горы Ариад. Ну и как только мы на эту локацию попадаем, мы двигаемся просто вперед. Она прямолинейная, и вы в принципе не заблудитесь. Ну и где-то на середине локации, вдоль левой стены, появится постамент, который как раз таки откроет нам вход в комплектное подземелье, где нам надо выполнить следующие задачи. Первое это поймать 150 противников в основную область действия умения объятия смерти. Другими словами, это просто противников этим скиллом поразить.
Но второе, это мы должны не допускать противников к нам в ближний бой. Другими словами, противники не должны подходить к нам на расстояние удара. Но когда вы эти задачи две выполняете, единственное, что вам останется, это просто добить всех противников, которые существуют в этом портале. Ну что ж, давайте посмотрим, как это подземелье буду закрывать я. Итак, первое, что мы делаем, это безусловно призываем на помощь всех наших петов. Это громадней, собак-зомби, а также фетишей. Кроме того, напоминаю, с нами еще будет бегать, ну или допустим, тот приспешник, которого вы пригласите в пати. Ну вот и считайте, бегает у меня один кормак, 8 фетишей, 6 собак-зомби, а также 3 громадня. И это, дорогие друзья, прямо-таки толпа. И вот как раз-таки благодаря данной толпе мы будем выполнять наше второе задание. То есть мы не должны подпускать противников на расстояние удара. Петы пасутся впереди нас, а мы попросту стоим за их спинами. И вот тут как раз-таки то, что я говорил в начале ролика. Единственное, что от вас требуется, это внимательность. То есть смотрите на локацию, смотрите на мини-карту. Просто не торопитесь, и никто к вам не подойдет. Если что, запускайте поступ духа и отбегайте назад. Кроме того, напоминаю, что у вас есть умение пираньи. Это значит, что вперед идете, кидаете туда пиранью, если там противники есть, эта пиранька начнет их стягивать. А это значит, что они к вам подбегать не будут. Петы этих противников будут убивать. Вы там тоже паситесь недалеко, потому что если противники возле вас будут погибать, вы же быстрее будете откатывать все скиллы, включая тех же пираний. Кроме того, тут также есть еще и уникальные противники, а когда вы уникальных противников будете убивать, будет запускаться меч Ингиом, а значит он тоже будет быстрее откатывать все ваши умения, как пирани, так и поступ духа. Но далее, что вам остается делать, это безусловно выполнять первое задание. То есть у всех противников, которых будете видеть, должны поражать умением объятия смерти. Также напоминаю, что как объятия смерти, так и пираньи – это умение, которое расходует ману. А это обозначает, что когда вы противников будете атаковать этими скиллами, будут появляться и еще фетиши. И уже вновь призванных фетишей вы можете призвать максимальное количество 15 штук. И вот представьте, сколько с вами будет одновременно бегать питомцев. Это прям-таки живой щит. Тут надо еще и постараться умудриться подпустить противников к себе. Но единственное, что вам остается делать, это успевать противников поражать, напоминаю, объятием смерти. Почему успевать? Потому что петы могут, в принципе, их очень быстренько загрызать. Поэтому, если вдруг будете не успевать, можете понижать ваш урон. Или, допустим, доставать камни из оружия, или доставать камни из вашей брони, или, допустим, понижать урон с помощью парагона. Но я думаю, если вы достанете уникальные самоцветы, в принципе, таких проблем у вас не будет. А значит, вы успешно выполните первую задачу, ну и, естественно, вторую. Следовательно, единственное, что вам останется делать, это добить уже всех противников. Но вот уже после выполнения двух задач, я думаю, с этой задачей вы однозначно справитесь. Но теперь, если это, конечно, вам интересно, я предлагаю досмотреть этот ролик до конца, чтобы увидеть, как этот комплектный портал закрываю я. Я же, в свою очередь, благодарю вас за внимание и за просмотр, и приятного просмотра желаю вам. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!